прославленное объединение «Кировские заводы». Отмечать сверхплановым выпуском продукции знаменательные события в жизни нашей Родины здесь давняя традиция. 26-му съезду 26 сверхплановых 300-сильных кировцев. В выполнение этого почетного предсъездовского обязательства вложили свой труд сборщики главного конвейера, работники всех подразделений, изготавливающие детали и узлы тракторов, весь коллектив. В 10-й пятилетке выпуск тракторов в объединении «Кировский завод» возрос на 20%. Этот темп сохранится и в 11-й. Одной из главных задач тружники Кировского считают быстрейшее притворение в жизнь партийных решений об оснащении сельского хозяйства страны новейшей техникой.